Санкт-Петербург примет Кубок континентов по спортивным танцам на колясках. В этом году площадкой для соревнований станет современный выставочный комплекс «Экспофорум» на юге города. С 9 по 11 сентября там ждут спортсменов из более чем 10 стран мира. Россию на первенстве представят обе столицы, а также Воронеж, Липецк, Пермь, Севастополь, Сочи и Тюмень. Завершатся соревнования гала-концертом под названием «Шоу чемпионов». Сейчас это у нас уже третий Кубок континентов, который имеет статус Кубка мира. Этот статус, он очень важен именно для спортсменов международного уровня, потому что эти рейтинговые очки позволяют им участвовать в чемпионатах Европы, в чемпионатах мира. Стоит добавить, танцы на коляске, как вид спорта, возникли именно в Петербурге в 97 году. А спустя 2 года прошли, хоть и первые, но уже международные соревнования. Теперь подобные организации есть по всей стране. 10 лет назад у танцоров появилась и своя федерация. После этого танцы на колясках были признаны официальным видом спорта.